Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я расскажу и покажу вам, как я испекла быстрые, очень вкусные, сочные шоколадные маффины. Для начала я смешиваю яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Затем я добавляю йогурт, растительное масло и растопленный шоколад и хорошо все перемешиваю. Под конец я добавляю сухие ингредиенты, а именно муку, разрыхлитель и какао-порошок, и быстро замешиваю тесто. Мешать долго не надо, иначе тесто не будет воздушным. Затем я распределяю тесто по формочкам и ставлю в разогретую духовку. Выпекаются маффины сначала при температуре 225 градусов 5 минут, затем я понижаю температуру до 180 градусов Цельсия и выпекаю еще 12 минут. Долго держать маффины в духовке не нужно, иначе они высохнут. Шоколадные маффины готовы. Приятного всем аппетита!